Это репортаж новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем. Новости наша стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Это репортаж новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем. Новости наша стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Снова нас пугают сообщения в WhatsApp. Снова заставляют нас свои нервы тратить. Там что-то про заводы и экспансию Китая. Давайте-ка и я об этом зачитаю. Только скажу сразу, никаких предположений от тех, кто первым начал словесные сражения. И депутата Башко цитировать не будем. Цитат уже достаточно, лезут отовсюду. Так вот, если о сути большая часть заводов не доросла еще до стадии зародыша, а запуск ожидался к концу этого года, на деле только 10 начали работу. Остальные заморожены, сказать сложно, когда их разморозят и вообще возможно. Большая часть заводов останется в проекте, не все зависит зависит от желания и интеллекта. А скажите, люди, здорово было бы, если было бы у нас больше выходных, и вместо 5 работы 4 дня, пора бы этот вопрос и у нас поднять. Говорят, что сейчас это модно, а всех денег все равно не заработать. Азиатская модель не для нас, когда нужно пахать, не смыкая глаз. Нам пожить бы сейчас с комфортом, что последний будет день 4-й. И в соседней России люди тоже произносят слова похожие. И даже дважды премьер говорил об этом, но и у нас, и у них слышатся ответы. Выходные дни, воскресенье и суббота, чтоб так отдыхать, мы так не работаем. Ураган то, ураган то, ураган Дориан, дикий-дикий шторм, дикий-дикий страх, дикий-дикий ужас. Ураган Дориан вырвался на сушу, метает на твоем пути целые дома, мама. Ураган Дориан тушует на Багамах, и сейчас там точно не райская погода. Ураган Дориан, откуда ты, что ты? Под дикий рев стихии не слышен плач багамцев. У кого-то спастись не было даже шанса. 13 тысяч домов уже лежат в руинах. По мировым каналам страшная картина. Сколько еще будет жертв, известно только Богу. Надеюсь, пострадавшим с чем-нибудь помогут. А шторм утихнет, и все снова будет как прежде. И будут волны ласкать песок на побережье. Ураган До, ураган До, ураган Дориан, дикий-дикий шторм, дикий-дикий страх, дикий-дикий ужас. Ураган Дориан вырвался на сушу. Yep. И на этом все, что мы сказать хотели. Это был репортаж новости недели. Ждите обновлений на канале нашем. До новых встреч, народ! С вами был Ермашев.